боксом. Но вы, очевидно, знаете, уважаемые телезрители, что в полуфинал турнира вышли представители 18 стран. По телевидению Останкино транслировали встречи многих наших боксеров, в том числе с участием Раисполя Малахбекова и Олега Саитова, уже вышедших в финал чемпионата. Сейчас давайте посмотрим несколько полуфинальных боев спортсменов Кубы, Югославии, Алжира, Литвы. Ну, предполагаем сделать это чуть-чуть позже. А сейчас вы видите на ваших экранах Туронен. Яни Туронен, 19-летний боксер из Финляндии. Боксировать будет он с спортсменом из Казахстана Балатом Джумабиловым. Армянский рефери Серенис Габриэлян. Высокая квалификация у него судейская. Вот кто-то из них или Балат Джумабилов, или Йони Туронен в финале встретится с немецким боксером Золтаном Лунка, который только что одержал победу над 27-летним кубинцем Раулем Гонсалесом. В острейшем встречном бою, в третьем раунде, они прям безумствовали на ринге, поражая друг друга серией многих случаев неподготовленных ударов. Точнее был Золтан Лунка. Со счетом ударов он 11-8 выиграл. А здесь первый раунд. Это второй наилегчайший вес. Вес до 51 килограмма. Очень спокойно, технично, так на средней дистанции начинают встречу боксеры. Так с легкой будем считать разминки, пока вот начинаем. Сейчас чуть-чуть потверже Джумабилов попробовал. Вот вторая повторная атака пошла совсем неплохо. Набирает очки. Я хочу сказать, наш боксер, но здесь мы симпатизируем в этом бою казахскому спортсмену. В этом случае я не хочу ни в коем случае говорить за всех. Так, аккуратненько работает Балат Джумабилов на средней дистанции. И вот так повторные атаки, вы обратите внимание, его особенно опасны. И вот такими прямыми ударами, джебами. Сейчас они не считаются почему-то здесь, ну, в этом данном бою. Они очень опасны, конечно. Кто владеет ими искусство, тот показатель мастерства в каком-то смысле. Это ну, в локте все приходится. Очень хорошо двигается. Казахский боксер передвигается и так в серии ударов предвосхищает такие возможные острые ситуации. Он сам наносит атаки, не ждет, пока соперник будет его атаковать. Пока очень аккуратно так и выборочно атакует, выбирает очень хорошие позиции. Сейчас пропустил. Не совсем подготовленно пошел вперед. Но тут же отлично вновь проводит атаку. И владеет инициативой Балат Джумабилов и наносит достаточное количество ударов, очень технично, хорошо, спокойно ведет эту встречу. Йони Туронен тоже очень подвижен, техничен, но, знаете, недостаточно решителен, может быть. Но, во всяком случае, пока вот только в конце первого раунда он получил это очко. Ну, из нашей команды двое уже вышли в финал. Как я говорю, вы, наверное, знаете, Малахбеков после несколько тягучего первого раунда в следующих имел бесспорное преимущество над Артуром Микаэляном из Армении. Как и в финале встретится, как и в финале европейского первенства, он встретится теперь с поляком, с польским боксером Робертом Цыбой. Цыба выиграл с
перевесом ударов всего лишь в одно очко. 4-3 у Дирка Крюгера из Германии. Прекрасно провел полуфинал с европейским чемпионом и серебряным призером Олимпиады Виталиусом Карпачаускомсом, Олег Саитов из Жигулевска. В комбинационном таком бою тонкого и ряда дистанции Саитов боксировал разнообразно и с ударными сериями. Вот это вот особенно важно, то что в технике ему не откажешь. Превосходная искусная манера ведения боя у Саитова, но вот этих ударных комбинаций, твердых акцентов было маловато раньше. Сейчас очень уверенно провел встречу Олег Саитов. Ну и теперь ему предстоит с Хуаном Эрнандесом встретиться в финале кубинцем, двукратным чемпионом мира. Ну а здесь ожесточается борьба. Видимо, ожидал такого, то, что финский спортсмен пойдет вперед. Он сам решил это сделать. Балат Джумадилов. И во всех компонентах боя опережает соперника. Небольшое повреждение получил Йони Туронен. Более уверенно, разнообразно, раскованно ведет встречу Балат Джумадилов. Современный бокс – это, прежде всего, высокая плотность боя. Выполнение боевых комбинаций всевозможных в скоростной манере уверенно акцентировано. И все это вот в наборе вот этих боксерских средств в арсенале казахского спортсмена. Нос разбили Йони Турнино. Сейчас подведут доктору, и доктор решит, будет продолжена встреча или нет. Насколько это серьезно. Здесь все под наблюдением медицинским, конечно, как и обычно, а здесь особенно чемпионат мира. Можно продолжать, ничего страшного. Лечение не сильное, продолжается бой. Вот так, к сожалению, в полутяжелой категории, в первом тяжелом весе получил травму Игорь Кшинин в брови и был снят. Да, мы, конечно, сочли, что очень серьезно. Техничен, подвижен, тоже разнообразно пытается вести встречу Йони Турнин. Ну, вот такой заряженности, атакующей злости. Совсем меньше, маловато. И уверенности. А так школа чувствуется совсем неплохая. Резко мягкая защита, и Балат Джумадилов без труда пробивает ударами. Вначале он сам так искал инициативу, брал ее, завоевывал. А сейчас он на отходах работает в контратакующей манере совершенно спокойно. А соперник не пытается, вот в отличие от Золтана Лунки, который от первой встречи полуфинальный здесь, в этом же 51 килограмм весит, просто отчаянно шел вперед и добился победы над кубинцем. Финский спортсмен не столь ожесточен. Пытается что-то сделать. Но у него не совсем получается в этом бою. Победитель нескольких турниров международных. Йони Турнин. Ну, пока не такая звезда, как его соотечественники. Тарма Уусверта. Или Юрий Кьяль. Серебряный призер чемпионата мира. Олимпийский призер. Бокс Финляндии любит, как и везде, но в меру. Ну не знаю. Я не думаю, что так уж легко уступит немецкому боксеру.
Золтана Лунка, Балат Жумадилов. Не думаю, я не берусь предсказывать, кто стоит. Встреча, финал, если Жумадилов победит, конечно. Очень мне нравится казахский боксер разнообразием, четкостью, спокойствием, выборочными сериями ударов. Он не спешит, не делает много лишнего. Прекрасная техника ведения боя, как у многих спортсменов Казахстана. Вы знаете их прекрасно. Это просто немножко шлем поправит. Развязалась с Майей Габриан. Видите, очень внимательным всегда. Он за всем должен арбитр следить, конечно. Ни в коем случае не должно что-нибудь быть не в порядке в экипировке боксеров. Сейчас хорошо провел Турнин удары. Нет, опережает мысли соперника Балат Жумадилов. Немножко захотел я поболеть так за финского спортсмена, посмотреть, как он. Но нет, знаете, вот все время предвосхищает, опережает. И тот только собирается что-то такое предпринять. Боксер из Казахстана на чеку и сам это делает. Пресекает. Ниже пояс. Так, случайно, конечно. С большим преимуществом выигрывает ударов Балат Жумадилов. Ну и я бы сказал, не только ударов. Сейчас считают там не только удары, к сожалению, в электронном судействе сейчас в боксе. Вот. Но он очень техничен. Реакция превосходная. Очень хорошо чувствует дистанцию. Как-то вот он выдержит натиск. Он, безусловно, будет немецкого боксера в финале. Конечно, успехи нашей прежней сборной команды СССР во многом связаны с боксерами Казахстана. Серик Канакбаев, Виктор Демьяненко, Сарик Нурказов, Валерий Рачков на крупнейших турнирах побеждали, украшали крупные чемпионаты самобытным стилем, высокой техникой ведения боя. И вот эта школа, один из выходцев, один из воспитанников вот этой школы. Превосходный Балат Жумадилов. Еще один боксер из Казахстана, Василий Шишов, в полутяжелом весе, будет боксировать в полуфинале с Антонио Траверсом, американцем. Ну ничего. Выигрывает казахский боксер, но те, кто уж слишком сентиментален, может быть, немножко жалко финского боксера, пусть не волнуется, он тоже с достоинством провел бой этот. Вот, но пока не готов к финалу. Но совсем мальчишка еще, 19 лет, все будет впереди, но будем надеяться. Йони Турунен из Финляндии. Закончен этот бой. Вот зрители аплодисментами награждают зрителей. Ну что ж, значит, в первом наличайшем весе в финале Бернард Эно Франция и Даниэль Петров, второй призер чемпионата мира. Петров из Болгарии выступит. А во втором наилегчайшем Балат Жумадилов, Казахстан, выигравший со счетом 19-4 у Йони Турнина, это окончательный результат.
Фиджи Вавилов встретится с немецким спортсменом Золтаном Лунка.